И снова в лес. Пора заготавливать сосновую шишку. Ее сбор начинают с наступлением устойчивых холодов. В крае официально стартовал сезон. Заготовка может продолжаться до начала марта следующего года. За этот период в крае планируется собрать до 137 тонн сосновой шишки. Причем в лесосеках планируют набрать 93 тонны, в насаждениях 40 тонн, а на объектах лесного семеноводства 4 тонны. Из этого сырья получат несколько тонн семян сосны обыкновенной, в том числе 37 килограмм семян улучшенной селекционной категории.